Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Я предлагаю, как и все дизайнеры, ведущие в этом сезоне, предлагают прежде всего что? Блистать. Потому что действительно блеск – это самый основной тренд наступившего 2018 года. И когда мы видим инкрустацию стразами балеток Мариетта, мы сразу понимаем, Лен, что затмим абсолютно всех. Да, вот знаешь, действительно, лучшие друзья женщин – это бриллианты. И бриллианты, которые сегодня представлены в балетках Мариетта, сегодня стоят всего лишь 999 рублей. Конечно, стразы восхитительные. Знаешь, сразу такой акцент на то, что женщина блестяще выглядит. Абсолютно верно. Но ты знаешь, Лена, тут, конечно, разговор действительно о ювелирном произведении искусства. Не зря я тебе сказала, что балетки наши не украшены, а именно инкрустированы стразами. Итак, дорогие, инкрустации стразами сегодня представлены на всех наших цветах. Первый цвет, конечно, классика. Классика, кремовый цвет. Великолепный цвет, который, к тому же, будет сочетаться с любым цветом в гардеробе. Вот знаешь, это один из тех базовых цветов, над которыми вообще не нужно задумываться. Собственно, как и черный. Великолепие страз на черном цвете. Посмотри, у нас действительно такие переливы идут, невероятные. Тут, конечно, уже все цвета радуги мы видим. Да, действительно, все цвета радуги. Наши любимые белый, кремовый и черный. Выбирайте прямо сейчас. Скидка сегодня, посмотрите, восхитительная. Это 900 рублей. А это значит, что сегодня уже на скидку вы можете приобрести практически две пары. Я с тобой согласна, тем более, почему бы и нет. Черные и светлые. У вас будет вариант для торжества черный цвет, вариант для сменки в холодное время года, и будет летний вариант. Вот это действительно самый лучший вариант на лето. И я тебе, Лен, объясню, почему. Потому что у нас и стразы, и перфорация. С одной стороны, безусловно, модный вид, с другой стороны, перфорация сквозная, что делает наши балетки действительно оптимальным вариантом именно на теплое время года. Потому что ноги вспотевать не будут. Увеличенная восьмая полнота, очень мягкая эко-кожа, которая будет подстраиваться под каждый изгиб вашей стопы. Ну и самое главное, конечно, мне очень нравится, что у нас амортизирующая качественная подошва. Слушай, ну балетки мы носим всегда, везде, с любой одеждой, с любым образом. Балетки — это наша палочка-выручалочка. Давай сейчас поможем нашим телезрителям правильно определиться с размером. Мы выбираем балетки Мариетта на размер больше, они слегка маломерят, поэтому, посмотри, у нас действительно хороший размер наряда от 35-го, получается, до 40-го. Например, кому-то дочке или внучке нужна сменка в школу. Ты представляешь, как она там будет модная и в то же время прекрасно себя чувствует, потому что балетки действительно удобные. Слушай, действительно, сменка в школу, вариант смены обуви на работу, тем более три цвета на выбор. То есть мы с вами чувствуем себя отлично, мы уверены в себе. И наши ножки, внимание, сияют, они удобные, они красивые, они качественные. И, кстати, об этом мы, конечно, сегодня поговорим. Вот на что следует обратить внимание, Наташ, когда мы выбираем качественные, комфортные балетки? Лен, прежде всего, если мы хотим в этих балетках проходить весь день без усталости, нужно обращать внимание на мягкость материалов, нужно обращать внимание на мягкость самой кожи, из которых они сделаны, и, безусловно, на мягкость канта. Потому что если вы выберете жесткую каркасную модель, то в конце дня, когда нога опухнет, этот жесткий кант будет буквально впиваться в вашу ступню. Именно поэтому, когда вы выбираете, нужно смотреть вот на эту мягкость, Лен. На что первое я и обратила внимание в балетках Мариетта? На то, что здесь нет жесткости, здесь абсолютная мягкость. На самом деле я не раз говорила, что у меня травмирована левая нога. И после травмы, после перелома, вот именно вот эта часть ноги у меня очень тяжело переживает давление. Если обувь жесткая, то все, я в ней ходить не могу. Здесь мягкая эко-кожа подстроилась под мою ступню, мне нигде не давит. И именно эластичность эко-кожи дает мне тот самый комфорт, когда эко-кожа принимает действительно форму моей стопы. Ну что, дорогие, это успех. Сейчас этот успех рядом с вами. Вот посмотрите, наш бежевый цвет, отличный, который сейчас представлен на Наташе. Это ее выбор, а это значит, что лидер
наш любимый бежевый цвет закончится, как уже сейчас закончится. Если вы хотите забрать его сейчас, звоните и дозванивайтесь. Бронируйте свой размер. Мы напоминаем, что вы выбираете на размер больше. И опять же, скажи, пожалуйста, вот всегда у нас по ощущениям, да, балетки – это плоская стопа. Но правильно ли здесь у нас выполнена как раз-таки сама стопа, да, вот по советам ортопедов? Все-таки мы заботимся о своем здоровье. Вот, Лен, очень многие балетки, которые мы обычно наблюдаем в магазинах, действительно на абсолютно плоской подошве. В наших балетках все разработано для вашего удобства и для вашего здоровья. И мы видим, что у нас небольшая танкетка, которая приподнимет вашу пяточку на 2 сантиметра. И это просто необходимо прежде всего по медицинским показаниям, потому что все ортопеды всегда скажут вам, приподнятость необходима для того, чтобы снизить риск образования пяточной шпоры, для того, чтобы снять нагрузку с суставов и с позвоночника. И, кстати, Лена, это нужно еще и для того, чтобы не терялся правильный вектор движения стопы при ходьбе. Слушай, отличный вариант. То есть мы еще и заботимся о своем здоровье. Вот, знаешь, действительно, можно советовать дамам с пышными формами, да, когда, ты знаешь, вот от собственного веса начинает очень сильно болеть спина. От собственного веса болит спина, и плюс ко всему ступня сама по себе, она также еще растаптывается и становится шире. И именно если мы говорим о дамах с пышными формами, им нужно обращать внимание на мягкость материалов, то, о чем я тебе говорила. Вот она, мягкая, эластичная эко-кожа, мягкий кант. То есть, например, ножки у наших дам с роскошными формами как раз особенно летом, к вечеру здорово оттекают, и поэтому особенно необходима именно мягкая обувь. Но при этом, согласись, отказывать себе в элегантном виде ни одна истинная женщина не хочет. Ну так вот, балетки Мариетты как раз сочетают в себе и комфорт, и адаптация под любую полноту ноги, и, конечно же, еще элегантный вид, потому что все-таки не зря, Лен, балетки уже давным-давно признаны классикой. Мы их можем смело назвать базой любого абсолютно гардероба, база, основа. Поэтому, конечно, прописываем их совершенно в любые свои образы. Кстати, дорогие вот дамы, кто вступит в брак этим летом, да, кто, собственно, у кого-то знакомые, да, вот на свадьбу пойдут, и вот такой вариант предложить невесте, потому что, знаешь, как часто бывает на каблуках свадебное платье, ножки устают, и думаешь, боже мой, вот что потом надеть, переодеть? Опять же, идеальный вариант. Да, я с тобой согласна. Но потом белые туфельки, кстати, еще подойдут нашим тем телезрительницам, кто, например, собирается на отдых на море, точно, или в пансионат, или в санаторий. Вечером они пойдут на ужин, они наденут вот эти белые перфорированные дизайнерские балетки. И они подойдут под любой ваш летний образ. Совершенно. Это может быть воздушное платье, это может быть легкий сарафан, или может быть брюки капри. Итак, выбирайте с любым образом, о котором рассказала вам Наташа, подойдут балетки, а их стоимость всего лишь 999 рублей. Наташа, ну скажи, такие балетки в магазине, ну мы же не купим никогда за эти деньги, тем более, что сегодня скидка и 900 рублей. Еще, Лен, знаешь, не купишь ничего подобного, с учетом того, что у нас сами по себе они дизайнерские, у нас где перфорация, очень красиво, вкрапление, инкрустация стразами, и при этом еще и невероятно качественное исполнение. У нас качественная эко-кожа и плюс литьевой метод крепления подошвы, который не позволит нашей подошве никогда отвалиться. Итак, ни в коем случае ничего с ними не произойдет, потому что балетки Мариетты сегодня находка для каждой нашей телезрительницы в любом возрасте. Так что встречайте летнее настроение и погоду вместе с балетками, которые сегодня стоят 999.